Смотрим, что у нас сегодня с Эмик будет есть. А, жмых черного тмина, кэраб и расторопша. Okay. Это давала у нас кэраб Татьяна Сергеевна в стационаре, сказала ему, можно. Вообще это не можно обычным кроликам, это сладко. Я, кстати, пробовала. Вот это вот нам Яська разрешила. Не знаю, можно ли зайцам, которые здоровые, давать или не можно. Ну, Сэмику сейчас все можно. Толстая морковка у нас закрыта, естественно. Потому что она и так у нас ворует, подворовывает корм, засранка такая. А и вкуснятина, да, Семель? Вкусненько. Побежал за черри. Выгнал ее из горшка. Семик. Ася, Семик. Черри Берри, мы такое сейчас ели интересное. Такое интересное. Без тебя ели, да. А тебе не дали нифига. Похоже, с Эмику как-то черная эта фигня не очень. Жмых тмина. Синко, говоришь, вкуснее, Сэм? Синко надо есть, да, плавильно. Плавильно, мой котенок. Мой малыш. Черри легла. Черри бамбони. Черри малюля. Лежит на кроватке с Мишки, да? Или общая кроватка? Что за чудо-жопкинс? Что за чудо-жопкинс торчит? Черри-бэри. Семик прискоколина. Украл копну у черри. Синко. И подъедает его с пола. Ой. Семель. Молодец. Мы 2 дня не кололи сиренью. Семик лежал больше. Сегодня своему говорят, давай что ли уколем сиренью опять. Сегодня-завтра поколем. В понедельник у нас Татьяна Сергеевна. Посмотрим, как он будет. Жопкинс поменяла место дислокации. Сместила из жопы. Черик. Черик. Посмотри, очередь, очередь. Тянется именно твое сено воровать. Что ты за странный? Почему у соседа всегда вкуснее? Ну вот же рядом стоят 2 горшка с таким же сеном. Все, легли. Вот так вот и живем. Ну чего? Не понравился тмин. Кэроб весь вытащил почти. Вот его сейчас опять тоже вытащил. Вкусненький, сладенький. Видишь, так щедро посыпала тмином, блин. Не все кролики едят тмин. Нашему, походу, тоже не понравилось. Ну, черри не предлагаем. Ты расторопша-то поешь. Черри вон там ходит тенью. Сэмик, все? Открывать тебе? Сэмиш? Смотрите. Ромео побежал за Джульеттой. А Джульетта вот сюда побежала. Тебе не дают? Ничего не дают? Ой, лапочка моргнула. Потому что я так толстенькая, что ли? В общем,
Жмых пришлось выкинуть. Он даже из-за него расторопшу не хотел есть. Да, засранец? Ай, Сэмик, мальчик. Да что ж мелькает опять? Лампочка у нас, Сэм. Кэроб весь выел. Молодец. Остальное пришлось выкинуть и положить ему расторопши, или он по новой. Не хотел есть ни в какую. Вообще выбросить пришлось этот долбанный тмин. Что думаешь, отстой? Жмых тмина сымишь. Отстой. Больше не будем покупать, Сэм. Ой, зато вот это как вкусно едим. Вкусно едим семики. Смотрите, как вкусно. Как вкусно. Объедаемся. Я что-то не пойму, у тебя розовый глаз или что? From this reality.